Понижение температуры создало определенные неудобства для диких птиц на Днестровском лимане. Жители Аведёполя в воскресенье, 17 января, забили тревогу, что лебедь крылом примёрз ко льду и не может сам себя освободить. Мы вызвали наших спасателей для оказания помощи. Однако процесс оказания помощи затянулся из-за отсутствия плавсредств. Ни у кого не было лодки, чтобы подплыть к птице. Лишь через более чем через 2 часа нашли жителя Аведёполя, который предоставил свою лодку, и спасатели смогли начать свою операцию. Правда, птица, завидев приближающихся людей, неимоверными усилиями сама освободилась из плена и по льду удалилась от тех, кто пытался ей помочь. В течение дня, по сообщению жителей, этот лебедь периодически опять примерзал, правда, сам же выходил из этой ситуации. Утром в понедельник лебедь продолжает находиться на лимане и пока еще подает признаки жизни. Правда, как помочь ему, вопрос остается открытым. Спасательными средствами для оказания помощи на воде наши спасатели не обладают. Вот так вот и живем на берегу лимана, однако организовать спасательную операцию на воде не способны. Роман Варшинидзе, Андрей Хлопчик, Альтернатива Ворк.